12 августа, Одесса, 9 часов вечера. В море замечен такой вот корабль. Он то ли стоит, то ли плывет, непонятно. Что это за корабль, тоже неизвестно. Вот можете вместе со мной понаблюдать. Погода прекрасная. Где-то вдалеке слышатся какие-то бабахи, что это гром, то ли учение, что это, непонятно. Люди не обращают на это внимания, гуляют все. Я желаю всем спокойной ночи. Берегите себя. 12 августа, Одесса, 9 часов вечера. В море замечен такой вот корабль. Он то ли стоит, то ли плывет, непонятно.